Памятное мероприятие в честь 80-летия с начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой по традиции прошло у мемориального комплекса «Аллея памяти» в Щелково. Победа соотечественников в этой битве явилась решающим военным событием начала Великой Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов, которые были истинными свидетелями тех кровопролитных боев. Наша задача не потерять, а наоборот сохранить ту историю, которую они смогли для нас сегодня поддержать и рассказать. Мирное небо, яркое солнце, праздники – это то, что они подарили нам. Надо беречь то, что с таким трудом было завоевано нашим народом, нашими старшими отцами, дедами. У каждого есть за кого помолиться, кого вспомнить в этот день. Конечно, это тяжелая битва. Все собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. На мероприятии присутствовало много молодежи. Учащиеся гимназии номер 2, активисты молодой гвардии «Единой России». Для подрастающего поколения особенно важно помнить такие важные события, а также подвиг наших воинов, которые отдали жизни ради защиты своей родины. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.